В минувшую субботу в Центре детского творчества прошел концерт «Мы рады видеть всех, кто любит творчество и смех», посвященный началу нового учебного года. Действительно, каждый сезон для педагогов и ребят – это настоящий праздник. С наступлением нового учебного года сегодня нашему большому коллективу, единому коллективу детей, родителей, педагогов хотелось бы пожелать, прежде всего, успехов в новом году. Для ребят, чтобы этот год был для них годом открытий, возможно, годом новых побед, причем больших и маленьких. Пускай ребята достигают результатов в конкурсах, в соревнованиях, но и маленькие победы над своей ленью, над своей забывчивостью, возможно, потому что это тоже определенный шаг в развитии ребенка. И, конечно же, коллективу педагогов прежде всего терпение, потому что нелегкий труд педагогический, новых идей, энергии неиссякаемой, потому что без нее просто невозможно. Конечно же, как уже сегодня звучало, хороших учеников, те, которые будут прославлять не только имя Центра детского творчества, но и нашего города Фурманова и Фурмановского муниципального района. А у нас таких талантов очень много. Всех с наступившим новым учебным годом! Каждый сезон Центр детского творчества разрабатывает для ребят программы в разных сферах – пение, танцы, кружки по рисованию и многое другое. Более 2000 детей смогут себя попробовать в чем-то новом. И все это в нашем Центре детского творчества. Они, в принципе, в тех же коллективах, но новой направленности. То есть у нас продолжает развиваться робототехника, новое направление. У нас появилась новая программа для ребят в детских садах, которая называется «Начальное моделирование». То есть ребят с 5 лет мы уже начинаем готовить и к робототехнике, и к компьютерной графике в рамках этой программы. У нас интересные новые программы для ребят, любящих рисовать. Например, волшебная кисточка появилась тоже как раз для детских садов. Вообще в этом году акцент был такой сделан на работу с детьми от 5 до 6 лет, потому что вот именно эта категория деток тоже была слабо охвачена. То есть с этого года новые программы для данной категории возрастной появились у нас. В концертной программе приняли участие коллективы Центра детского творчества разной направленности. И именно все они ждут новых участников, творческих ребят, которые хотят воплощать свой талант в реальность. Нашему коллективу 35 лет. Наш руководитель Попова Ирина Константиновна. Танцы – это вся наша жизнь. Бывает нелегко, но это доставляет нам большое удовлетворение. Ребятам, которые только пришли обучаться в Центре детского творчества, мы хотим дать небольшое напутствие. Главное, чтобы вам нравилось то, чем вы занимаетесь. Мы очень рады открытию нового творческого сезона. От этого учебного года мы ждем яркие эмоции, побед в международных конкурсах и незабываемых выступлений. В Центре детского творчества даже самый маленький артист может найти себе занятие по душе. Родители точно знают, что здесь работают настоящие профессионалы, люди, которые готовы отдавать ребенку все свои знания. И это будет, безусловно, от всего сердца. Танцы – это один из самых моих любимых кружков. Я обожаю танцевать. А как год? С каким настроением ты его встречаешь? Просто отличным. Я очень рада. Уже несколько лет я обучаюсь в Центре детского творчества в кружках разной направленности. И я безумно рада, что я посещаю эти кружки, что педагоги помогают мне развиваться во всех направлениях. Они помогают узнать очень много нового, интересного. И даже сегодня такие выступления помогают открыть себя, в первую очередь, открыть ребятишек, которые выступают, зарядить их позитивом, эмоциями и, в принципе, зарядиться самой. У нас в Центре детского творчества много ярких коллективов и талантливых педагогов. И хотелось бы пожелать им ярких и новых открытий в новом учебном году. Двери Центра детского творчества всегда открыты для всех желающих. Каждый участник и педагог верят, что этот год будет таким же продуктивным, ярким и интересным, но уже с новыми талантливыми ребятами. Виктория Семенова, Виталиус Гринкос, телеканал Фурманов ТВ.